об кафес, на конце рыбы не дошла. А ничего и нет вообще. Все пропало куда-то, отчего. Ребята, у меня к вам есть предложение. Вот вы уже украли. Вот это вот уже лежит дома, да? Ну, чтобы вам не надо было бояться. Ну, чтобы вам не надо было прятаться. Сделайте просто одно дело. Вложите все эти деньги в Россию. Чтобы вам не надо было уезжать туда, где хорошо. Чтобы тут было хорошо. Собственно, ну, хочется на позитивной ноте закончить, да, то я воровство, коррупционеры, воруют, да. Но мы же с вами понимаем, да, что их сильно больше, честных чиновников, что их наверняка большинство, но хочется верить, что их большинство. Давайте поаплодируем им, честным чиновникам. Милая, если я открою крышу, тогда всю рассаду сдует. Saata Smartpostiga. Ainult sel nädalal on Smartposti iseteeninduses erakliendile pakki saatmine 20% soodsam. Saada pakk mai.smartpost.ee. Smartpostitella. Pakid on hoolega hoitud ja kuuma eest kaitstud. Kui sa arvad, et sinust võib saada lange kardikunn 2021, siis tule range motokeskusesse ja lenda kardirajale. Eelsõidud juba käivad. Tule kohale ja osta kaks kardikunni piletit ning osaledki võistlusel. Parimatele väärtauhinnad. Loe lisa langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel. Summertime in a car and they'll feel it. Summer on my head. Утренняя программа в воскресенье 18. Мы говорили сегодня на разные темы, но мне бы хотелось больше обратить внимание на то, чему вы можете посвятить время сегодня. Например, продолжаются и заканчиваются сегодня уже дни роз в Таллинском ботаническом саду. Гурманов на фестиваль Ряпушки, и сегодня состоится массовое поедание этой рыбки. Самая важная часть праздника – это еда, приготовленная в лучших традициях местных жителей. Главной героиней дня станет чудская ряпушка, норма вылова, которая в этом году была достигнута. Поэтому для всех желающих это последний шанс насладиться чудесной рыбой. Ну и проходит морской праздник Sail Tallinn во всех главных морских точках столицы Эстонии, поэтому отправляйтесь, погода сегодня хорошая, и погода тоже сегодня благоволит тому, чтобы находиться на свежем воздухе, 25-30 градусов, при осадках до 22 градусов, ну а в ближайшие дни нас ждет долгожданная прохлада. На этом у меня все, я благодарю за внимание, за то, что встретили этот день с нами, и, конечно же, желаю вам прекрасного воскресенья и хорошего начала новой недели. А в студии сегодня для вас работали у микрофона Екатерина Зонова, за пультом звукорежиссера была Фили Холла, она остается на рабочем месте. Это стабильность. Стиль дома – это качество. Стиль дома – это новое название уже проверенного строительного магазина на Байкале.
Большой Советской 32. Все для ремонта вашего дома. Звоните 8-911-035-97-03. Художественная ковка, ворота, заборы, сетки, профлист, калитки, навесы, беседки, мангалы, столы, скамейки, мостики, теплицы. Все это по выгодной цене. А некоторые дополнительные работы вообще в подарок. Делаем замеры на участке, учитываем погодные условия, рассчитываем сроки и выполняем всегда вовремя. Посмотреть материалы можно в А-поле, на площадке строймаркета возле церкви. А сделать заказ можно по телефону 921-764-1025. Сайт kingogorod.ru. Устал стоять в очередях за автозапчастями? Не трать бензин и время зря. Интернет-магазин автовектор47.ру. Удобный интерфейс. Kutsume teid külastama uut veebikaubamaja rde.ee. Tere! Mina olen Olen Vesika ja kutsun teid kõiki 14. juulil Andri Peeda talusse Võrumaal ja 22. juulil Tartu Ermi viinakööki kuulama suvekontserti Öö kuulub meile. Sooduspiletid www.olen.ee. Näeme kontserdil! Üks selle suve meeleolukamaid kontserte. Üle-Euroopalise hitloo Summ esitaja ja Eurovisiooni publikuhääletusel teise koha saanud Ukraina elektrofolkbänd Go A. Reede 6. augusti hilisõhtul kell 23 Käsmu rannakülas festivali Viru Folk pealaval Slaavi aasta raames. Info ja sooduspiletid piletilevist. terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma. Tere tulemast tagasi. Täna on meil saates Tartu Ülikooli kliinikumi sisehaiguste arst Kristel Ehala-Aleksejev. Ja tänases saates me räägime meestest ja neid kimbutavatest haigustest. Kas teie juures käivad ka puberteedi eas poisid? Minu juurde nüüd puberteedi eas poisse satub harvad. Küll kolleegide juurde, aga sellisel juhul on nad küll väga konkreetsed. Teine kord, kas mingi hormonaalsete häiretega mõned munandi haigused, mis võivad väga noori mehi tabada, et aga ütleme, et selliseid väga noori mehi meie kliinikusse ei saatu, et pigem harvem, et alates kuskil sellisest 17-18 vist on need meie patsientid sealt edasi siis. Mis toimub ühe noormehega teismelisena? No, eks seda poega teemad näevad kindlasti selles, et see kasv viskab tohutu kiirusega üles ja kõik, mis siis silmaga näha on, et muutused väliselt, pikkus, sõlad laiemaks, hääl muutub ja toimub häälemurre ja eks see, millega siis võibolla ka kolleegid. Meetodil. Kui sa ei taha ennast tunda katlakütjana, siis helista 5300-6929 ja kutsu villavennad. Ja kui me oleme sinu majaga lõpetanud, siis sa võid naabrile hüüda. Kütta, 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 kütta. terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma. Tere tulemast tagasi. Täna on meil saates Tartu Ülikooli kliinikumi sisehaiguste arst Kristel Ehala-Aleksejev. Ja tänases saates me räägime meestest ja neid kimbutavatest haigustest. Али Клавихи, участница хора группы ансамбля «Дуванчики». Поздравляем ее с днем рождения, желаем здоровья и долгих лет жизни. Пусть сейчас и далеко, но мы надеемся, что в сентябре снова встретимся с тобой. С днем рождения поздравляем, счастливый будь, как никогда, чтоб радость, как солнце светило, чтоб стрела ты у нас, как весна. Чтобы самой счастливой ходила,
оставалась всегда молода и своей улыбкой прекрасной вдохновляла всех, как нас и всегда. Днем рождения! Хочу, чтобы вы исполнили песню хорошую. Уважаемые радиослушатели, продолжение концерта по заявкам «Вам песня посвящается» слушайте после выпуска новостей. «Вам песня посвящается». Радио 4 всегда с вами. Киевок, фестиваль народной музыки на летнем острове Киева с 15 до 18 июня. Выступаем. Кто не стремится, кто не смотрит. Марий Колтун, Свят Товарный.